Я вам обещала, что это был последний раз за тот день. Это был тот день. Уже сегодня 10 мая. Уехали. Наконец-то. Уехали. Эй, блин, ты что не спишь? Я только еду домой. Она человек. Конкретно я не сплю, да? Ты заметила? Вот конкретно сегодня поспала днем только несколько часов. Я хочу кушать. О боже, что за девушки? Не говорите. Привет, привет, ну с ним, салам алейкум. Дела как? Пообщайся? Мне сказали с вами пообщаться. Сейчас я просто одену свой шарф. Дела хорошо. Зачем? Тепло же, Маша. Нет, дует. Не успела прочитать. Как переводится, он спросил. Как переводится? Ну-ка, еще раз отправьте, я вам скажу. Муслим, я сейчас вас в черный список добавлю с этими словами, хорошо? Это нехорошее слово, это нехорошее предложение вообще все. Ну, естественно, мы бы на метро не поехали бы. Просто... Ну, это означает, что я хочу с тобой совокупиться сейчас. Саития вы хотите? Вот теперь знаете. Никогда не говорите такое. Да, никогда даже не пишите такое. Ну, просто я перевела то, что человек попросил. Я перевела достаточно грамотно или на литературном. Я же не знаю ваш язык. Вот если вы не знаете наш язык, не нужно писать то, что вы не знаете. Вот я не знаю чеченский, не пишу на нем. Мне плохо. Почему? Ваш земляк написал. Вот нашего земляка пошлите куда подальше. Пусть он пойдет, вот что хочет, то и делает сам собой. А всякую гадость другим людям не объясняет, не рассказывает. Увидела бы сама, воткнула бы его в лопату. Лопату. А Томми бы ткнул его, закопал бы. А Парвина умеет посыпать сок ложкой и соли. Когда хлоркой посыпешь, точно никто не найдет, ни одна собака. А солью будет тоже круто. Так что имейте в виду. Информация распоряжайтесь, как хотите. А по-грузински знаешь? Ламаза пагай. Что значит? Я не знаю, даже не хочу знать, если это плохое слово. Надеюсь, что это неплохие выражения. Кому не стыдно? Shame on you. Shame on you. Я пойти уже хочу. Благодарим. А ты когда дома будешь? Дома через минут 5-10. Перевод, не знаю, как переводится. Ты с кем вообще в машине? В машине я с водителем, которого мы вызвали. Мы ходили, искали в метро. И в конечном итоге поняли, что нужно вызвать что? Такси. Я не знаю, кто искал метро. Лично я изначально знала, что на метро. И я в это время не собираюсь ехать, потому что там достаточно большое количество пьяных людей. Вот, поэтому... Так, как бы в другое время суток ты постоянно на метро ездишь. Ну, я вообще стараюсь на метро ездить. Это ты любишь на метро. Она любитель не метро. Казашка. Я не казашка. Привет, девочки. Вы сами откуда? Просто мы не знакомы. Лучше дома сидите. Алексис, кто-то говорил мне, на машине будешь ездить. Пырым-пырым-пырым. О, точки. И все такое, а тут друг... Лучше дома сидите. А кто? В смысле, а кто? Салон, она написала салон. Казашка, я сказала, что нет, я таджичка. Правильно, какое метро? Вот-вот, какое метро вообще? Просто мы искали, чтобы его найти, чтобы на будущее знать, что здесь находится метро. Нет, мы просто искали нормальное доступное место, чтобы машина могла приехать. В метро не ходите, а дома сидите. Фу, айкчу-бакчу. Были на смотровой площадке Хонаров, то есть. Дома сидите. Ты
Привет, привет. Нам нужно сделать новый этот дневник. А я вчера... Что таксист? Нет, уверены в этом. Парад Победы, да будем, будем. Куда едете? Домой едем. О, Америка тебя? Мат телефон, да, хама номер. Лучше хамать еще дорогу. Куда мы дели про? Мы едем, едем, едем. Далекие края. Мне кажется, все-таки 10 мая тоже должен был быть, по идее, выходным. Не по идее, а по правильному, по-человечески. Я был вас до утра катал. Ну, вот видите, вас нету, вы в Америке, поэтому так и говорите. Были бы в Москве, так не говорили бы. Вот именно. Хоть бы до дома бы подвез бы. И буду ло, вот так всегда. Когда в Душанбе будете? Мы бы приехали в Душанбе вместе. Покатались бы. Я бы говорила. Хватит, люди уже устали бухать. Так, а при чем тут бухать? Просто мы, например, не пьем, ну и не пили, но мы много ходили, мы устали за день. Поэтому для того, чтобы восстановить силы и работать, и действительно функционально... Можно было субботу сделать рабочий день, перенести со вторника. А в воскресенье пойдем вторник отдыхать? Да. Я в июне. О, ну понятно. Значит, праздник Кадемигу. Гигахи праздник Кадемигу. Сегодня целый день был праздник. День Победы. Сегодня праздник Победы. Сегодня будут танцы. И щечки девушек горят. Опять румянцем. Румянцем. Блин, у меня иногда реально вот, от меня независимо появляются какие-то выражения и слова, вообще жесть, с акцентом. Стоят в сторонке, стоят. Я везде бы за свои слова отвечал. Кто? И буду лоб пишет. Алексис. А сколько тебе лет? Я просто проведу. Он 94-го или 93-го, или 95-го. Все ясно. Вы видите, какое предвзятое отношение к возрасту? Нет, у меня не предвзятое отношение, просто я хотела... Ничего он не хотел, он хотел сказать, что... Вы хороший человек. Как в том фильме. Хороший ты парень, что-то, да не орел. Значит, все, мы уже почти так подъехали. Всегда говорят. Всегда так говорят люди. Всегда быть вместе не могут люди. Всегда быть рядом не могут люди. Угу. Возраст это только цифры. Угу. На-на-на. Скажи, зачем я друга любим? Скажи. Блин, вообще меня не видно. Магинчу, я как черная. Здесь закончить, потому что тарификация будет другая. Поэтому... Почему? Потому что сейчас будет капать, и каждую минуту. А если мы вызовем какую-то медицинскую пузырь, то мешаваки дами бесплатно. Потом будет тарификация. Ну, как хочешь. Сделай, как ты еще мечтаешь. Ладно, все, мы приехали к дому. С вами еще будем на связи, но уже, надеюсь, утром. Главное, душа человека. Совершенно верно. Совершенно верно. Дальше. Следующий. Да. Вам даже показывают. Пока. Покойной ночи. Покойной.